Фортепианные ночи. Во Дворце Республики завершился международный фестиваль. На сцене Государственный симфонический оркестр и солистка клавишного инструмента из Швейцарии. Эмоции праздника в сюжете. Контрабас, фортепиано. На сцене Государственный симфонический оркестр и София Меньшикова, солистка фортепиано из Швейцарии, исполняет произведения норвежского композитора Эдварда Грига. Солистка родилась в Екатеринбурге, сейчас учится в Цюрихе, выступает в Тирасполе. Я получаю невероятное удовольствие от звучания, от игры вместе с оркестром, потому что для меня это как камерная музыка, мы вместе творим. Вместе создаем это чудесное произведение, и тоже, когда в зале сидит столько человек, когда полный зал публики, это приносит невероятное удовольствие. Для Софьи этот концерт – двойной дебют. Впервые играет фортепианный концерт Грига и впервые на сцене в Тирасполе. Достаточно необычно, и какие-то есть отголоски с моим родным городом Екатеринбургом. У меня это вызывает даже какую-то ностальгию по родным местам. И я бы с удовольствием еще бы сюда вернулась. «Фортепианные ночи» – международный фестиваль. Его проводят уже в 21 раз. Первые выступления проходили в Кишиневе, а завершают фестиваль в Тирасполе. Этот фестиваль собирает многих музыкантов. Фестиваль международный. В нем участвуют европейские страны, многие. По нашему региону в этом фестивале вот Молдова, Румыния и мы. Мы, как правило, завершаем фестиваль. Нам дается такая вот миссия завершать фестиваль уже много лет. Именно последний концерт этого фестиваля с нашим оркестром в Тирасполе. Мы регулярно посещаем последний концерт из серии этих концертов, которые начинаются в Молдове, заканчиваются в Приднестровье. Ну, потому что, в первую очередь, что это прекрасно послушать музыку. Для нас каждый выход – это праздник. Поэтому спасибо, что мы живем в Тирасполе. Спасибо, что у нас вот такая возможность посетить, да, порадоваться для души. Праздник музыки «Фортепианные ночи» завершился. Следующий фестиваль пройдет в 2024 году.